здравствуйте. Большое спасибо за это приветствие. Я рад вас приветствовать, дамы и господа, леди и джентльмены, в нашем ProScience-театре. У нас сегодня второе представление в рамках сезона 2015 года. Мы невероятно благодарны вам за то, что вы нашли время в этот понедельник для того, чтобы прийти к нам. Я думаю, что особенно те, кто совсем далеко располагается в нашем зале, вы, наверное, мы уже можем это сказать, можете выбрать себе места чуть поближе, но если при этом вам нравится формировать галерку, то мы рады тому, что у нас есть галерка сегодня. Это важно, учитывая, что мы будем начинать говорить о науке, поэтому располагайтесь так, чтобы вам было максимально удобно. У нас сегодня, как и всегда в ProScience-театре, два представления. Первое, посвященное науке, второе, посвященное искусству. Почему наука первая? Не потому, что нам кажется, что она важнее, ну, наверное, потому что она все-таки, я думаю, вы все согласитесь, может быть, чуть более фундаментальна, поэтому мы будем начинать с фундамента. Меня зовут Никита Белоголовцев, я по мере сил постараюсь модерировать все то, что у нас будет сегодня происходить на сцене. Мы до сих пор теряемся с правильным названием жанра, в котором мы, собственно, существуем на этой сцене. Коллеги предложили словосочетание «научно-публицистический стендап». Не очень понятно, что за этим стоит, но звучит, по-моему, очень красиво. Поэтому давайте, наверное, мы будем начинать. Я хотел бы пригласить на эту сцену нашего первого артиста сегодня. Василий Власов, эпидемиолог, профессор НИУ Высшей школы экономики. Прошу вас приветствовать. Василий Викторович, здравствуйте. Прошу вас, располагайтесь. Пока присаживайтесь. Вот у меня что-то вот не работает. Работает прекрасно. Просто подносите его ко рту, и он автоматически на это срабатывает. Ну что ж, дорогие друзья, я предлагаю для небольшого знакомства, для начала, услышать несколько фактов о нашем сегодняшнем герое, о первом герое нашего вечера. Прошу вас, несколько фактов о Василии Власове. Спасибо, Никита. С удовольствием представлю нашего героя сегодня. Василий Викторович Власов, эпидемиолог, профессор Высшей школы экономики. Является президентом общества специалистов доказательной медицины и член экспертного комитета по медицинским исследованиям Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения. Ну, вы знаете, это ВОЗ. Василий Викторович утверждает, что для него выбор профессии был предопределен. Он вырос в семье врачей, где старшие брат и сестра не стали врачами. И тогда юный Вася Власов утвердился в мысли, что ему во что бы то ни стало надо стать врачом. Ему хотелось получить самое лучшее медицинское образование, и на тот момент самым лучшим вузом, который предлагал такое образование, была военно-медицинская академия. Ну и тогда лучший Василий Власов оказал специальность авиационный врач. Там он учился, изучая лечебную медицину плюс авиационно-космическую медицину. Его профессиональные интересы изменились после службы белорусской деревни в полку. После этого его взгляд перешел из лабораторной физиологической медицины в сторону клинической медицины, а затем в сторону эпидемиологических исследований. Эпидемиология существует не сама по себе, она полезна для всей медицины, утверждает ученый. Поэтому он старается быть полезным врачам, преподавая и развивая это направление медицины исключительно в интересах врачей. Так он открыл другое свое направление деятельности – доказательную медицину. В этой области Василий Викторович написал немало профессиональных книг и статей. Никита, тебе слово. Большое спасибо. Василий Викторович, если позволите, сразу первый вопрос. Не могу сказать, что я невероятно сведущ в обоих предметах вашего звания. Ну, собственно, именно поэтому я в том числе здесь и в качестве зрителя сегодня. Но мне приходилось видеть несколько раз, скажем так, клинчи сторонников доказательной, ну и, скажем так, классической медицины. Происходило это, в общем, довольно жарко, и казалось даже, что впервые между медиками я видел какие-то летящие искры. А как у вас уживается в одной голове история, в общем, довольно классическая для медицинской науки и занятие медициной доказательной? Все в действительности очень просто. Никакой современной медицины, кроме той, которую обозначают как доказательную, не существует. Все остальное – это недоумие, недообразованность или прямой обман. Вот так же, как гомеопаты придумали, что есть какая-то аллопатия для того, чтобы рассказать, что вот они гомеопаты, есть какие-то аллопаты. Есть просто медицина, а гомеопаты на обочине. Вот так же и здесь. С вашими максимально жесткими словами о том, что остальные, ну, шарлатаны, да, наверное, если все... Ну, недостаточно образованные люди могут. А как на вас смотреть в сообществе с такими жесткими словами?
Дело в том, что если не быть достаточно четким, тогда ты не ученый. Ну, а вот коллеги на эту четкость, ну, Никита, ты не ведущий, ты недостаточно ученый и шарлатан, говорит мне коллега, занимающийся доказательным ведением про сайенс-театра, и мне как-то сложно с ним общаться после этого. Ну, такие иногда они напрашиваются даже на такие слова. Ну, впрочем, в нашей среде это не принято, потому что, в общем, как бы это сказать, даже те, которые продают змеиный жир, они же понимают, что они продают змеиный жир. Поэтому они надевают нормальные пиджаки и делают вид, что они практикуют медицину. Эпидемиология в мире, который победил огромное количество болезней, в мире, который даже о локальных эпидемиях говорит как о чем-то совсем страшном, в мире, где, ну, в общем, где эпидемий в средневековом смысле слова не случалось довольно давно. Как живется эпидемиологом? Эпидемиологам живется очень хорошо, потому что они знают главную тайну, которую не знают некоторые, по крайней мере, остальные. Они знают, что когда-нибудь придет огромная страшная инфекция, которая убьет огромную часть человечества. Только мы не знаем, когда. Вот остальные почему-то про это не думают. И второе, я сегодня эту историю еще упомяну. Дело в том, что огромное количество болезней, которые кажутся сегодня неинфекционными, они в действительности могут быть инфекционными. Вы ждете апокалипсиса? Вы в смысле эпидемиологи? Ну, собственно, а у вас есть доказательства, что его не будет? Ну, хороший ответ, спасибо вам большое. Прошу вас, несколько фактов о дисциплине, о которой будет сегодня говорить наш герой. Спасибо, Никита. Давайте поговорим о самой дисциплине. В общем-то, видите, в эпидемиологии, сложное слово, считается, что новые методы изучения микробиологического окружения человека и внутренней среды человека позволяют получать огромный объем информации о том, как много бактерий вокруг нас. Но пока эта наука находится в таком состоянии, что проблемой является лишь момент ее возникновения. Пока она не носит катастрофического характера, она как бы не существует для человека, и люди ее не замечают. Факт второй. Известно, что когда у людей снижается смертность, то она снижается от всех причин примерно одинаково. Никакой отдельной причины, выключив которую можно отключить процесс, не происходит. Это одна из загадок. Какой фактор здесь срабатывает? Ну, гипотез много, точных объяснений нет. Третий. Доказательная медицина – это форма медицинской практики, отличающаяся применением только тех методов лечения, которые научно обоснованы. А самым хорошим научным обоснованием является проведение контролируемых клинических испытаний. То, что не проверено контролируемое клиническое испытание, должно применяться в нормальной медицинской практике. Это и есть доказательная медицина. Все верно, Василий Викторович, по фактам. Хорошо, тогда я, собственно, произнесу, наверное, впервые за наш вечер слово, которое есть на нашей афише. Слово «ожирение». Слово, прочитав которое, я уверен, многие оказались в этом зале. Это как коррелируется с тем, о чем мы говорили с самого начала? Ожирение – это одна из подформ эпидемии в современном мире? Ну, по крайней мере, так многие считают. Я надеюсь, что я смогу об этом рассказать немножко подробнее. Но, коротко говоря, можно полагать, что это одно из самых распространенных состояний здоровья, к которым надо обращать внимание. Хорошо, тогда на самом деле я попрошу вас сказать несколько слов о предмете. Мы, с вашего позволения, в дальнейшем будем структурировать ваш рассказ с моими вопросами, вопросами сторонника и скептика. Простите, у нас как-то со слова «эпидемиология» начались лингвистические затруднения сегодня в эфире. Прошу вас. Спасибо, Никита. Я хотел бы начать со стандартного уведомления о том, что у меня нет никаких потенциальных конфликтов интересов в отношении данного выступления, и думаю, что вы смело можете считать мои слова объективными. Второе, что я хотел бы сказать, это то, что я готовился перед вами выступать на вкусную тему с веселыми словами. Вот. А выступаем на третий день после самого страшного политического убийства в истории нашей страны. Поэтому у меня есть некоторая такая вот дисгармония. Надеюсь, что она не скажется на том, как я буду излагать наш материал. Вы спрашивали, эпидемия ли это? Да. И вот мой первый же слайд. Это цитата с сайта Всемирной организации здравоохранения.
из которого следует, что эпидемия и избыточная масса тела действительно существует. 65% населения Земли живет в странах, где избыточная масса тела и ожирение убивает больше людей, чем недостаточная масса тела. То есть недоедание, люди умирают от того, что едят, а не от того, что голодают. Совершенно верно. Как бы большинство живет в этой ситуации. В действительности, я думаю, что большинство из вас понимают, что ожирение напрямую, конечно, никого не убивает. Ну, по-видимому, не было ни одного человека, который был бы убит своим ожирением, умер от своего ожирения. Другое дело, что там есть связи. При ожирении возникают проблемы со здоровьем, но это совсем другое дело. Поэтому я-то считаю, что это, конечно, публицистическая передержка. Но такое бывает. Поэтому давайте обратимся дальше к вопросу, который нужен нам для того, чтобы понять, а почему, собственно, ожирению такое внимание и почему мы об этом сегодня говорим. Вот эта синяя кривая, которую, надеюсь, вы хорошо видите, показывает, как в течение 20 века в Соединенных Штатах, ну, у них статистика хорошая, в Соединенных Штатах снижалась смертность от инфекционных болезней. Обратите внимание, к середине 20 века огромнейшее снижение. Вот этот страшный пик – это эпидемия испанки. А так, смотрите, все сплошное снижение. И что интересно, смотрите, начинают хлорировать воду, а процесс никак не меняется. Как шло снижение, так и идет снижение. Появляется, заканчивается первый, вот последний случай, вернее, не первый, последний случай передачи чумы. И ничего особенно не меняется. Начали использовать пенициллин, антибиотики. И что вы думаете, что-то катастрофически изменилось? То есть возникает такое впечатление, и оно неоднократно, конечно, уже описано, что процесс улучшения человеческой жизни, увеличения продолжительности жизни человека, он происходит в связи с общим некоторым прогрессом. И на линии этого прогресса сказать, что, допустим, появление антибиотиков оказало решающее влияние на продолжительность жизни человека, нельзя. То есть это, грубо говоря, можно описать фразой «мы стали более-меньше болеть». Совершенно все верно. Вместе. Совершенно верно. Незабвенная дама, она долго будет жить с нами. И вот, пока у нас получается. И вот еще один американский график. Здесь мы видим немножко другое. Здесь мы видим, как снижаются диарейные болезни, поносы, и как повышаются сердечные болезни. Обратите внимание, к середине 20 века возникает такое впечатление, что человечество вот сейчас умрет от сердечных болезней. Позвольте, я уточню. Да. А все цифры, собственно, у нас, как и на прошлом слайде, на 100 тысяч человек, тысяч, да? То есть, да. 400 на 100 тысяч человек. На 100 тысяч, да. То есть это был катастрофический пик. Вот в этом пике начинают заниматься так называемой эпидемиологией неинфекционных болезней, проводят прекрасные, самые известные сегодня исследования, потому что казалось, что это будет огромной катастрофой, человечество вымрет от неинфекционных болезней. Подчеркиваю, инфекционные уходят, туберкулез уходит, пневмония уходит, а сердечные болезни вырастают. И этот процесс действительно каким-то образом удалось переломить. Но посмотрите, пожалуйста, то была Америка, а это Китай. С опозданием на 50 лет все то же самое. Инфекционные болезни в доле смертности уходят, а рак и сердечно-сосудистые болезни становятся главными причинами смерти. Вот это называется эпидемиологическим переходом. Это то, что, к сожалению, вот в понимании эпидемиологии сегодня в странах бывшего коммунизма, к сожалению, плохо понимается. Да и вообще в мире почему-то с большим запозданием происходит вот это осознание эпидемического перехода. Если это произошло, как я уже показал, в середине 20 века, осознанно в 70-е годы, и даже произошло в Китае, то Всемирная организация здравоохранения, Всемирный банк, они только в 21 веке объявляют о том, что хронические болезни – это самое страшное. То есть на протяжении второй половины 20 века, я правильно понимаю, вот эти цифры все равно не позволяли назвать процесс зарождением или развитием эпидемии? Как всегда, цифры уже были, но ученые этого дела не осознали. То есть, потому что у них была недоказательная классическая медицина? Нет. Просто люди работают в рамках концепций. Их чему-то учили, и они так и продолжают работать. Но не надо забывать, что еще потом после ученых еще стоят манагеры, которые
дальше еще задерживают процесс внедрения вот этого уже существующего знания еще на годы. Поэтому, когда мы говорим о передовых ученых, то это сплошь рядом люди, которые не только опережают свою профессиональную среду, но и опережают еще общество. Общество в целом, не профессиональное общество, оно еще более консервативно. Оно жаждет открытий и жаждет развлечений, но оно не готово по-настоящему принимать новые точки зрения. И вот смотрите, какое чудо произошло в конце 20 века. Вот он этот максимум заболеваемости сердечно-сосудистыми болезнями. И вот в развитых странах что происходит? Болезни сердца, коронарная болезнь сердца. С инсультом процесс протекает медленнее, но еще более последовательно. И, наконец, мы видим, что в 21 веке начинает сдаваться и рак. То есть смертность от всех хронических болезней начинает идти туда же, за смертностью от инфекционных болезней, и это большое основание для оптимизма. Расчеты демографов, которых мы не будем сейчас касаться, они говорят, что продолжительность жизни человека в нормальных странах, типа североевропейских, она линейно возрастает. То есть, конечно, мы-то с вами 200 лет не проживем, но не исключено, что какие-то поколения людей будут жить очень долго. Во всяком случае, из тех женщин, которые рождались в конце 20 века в Великобритании, каждая вторая будет жить дольше 100 лет. Вы представляете? Я представил, вы так акцентировали внимание на женщинах, я как-то зацепился за этой мыслью, но проехал. У меня тоже на этом иногда заклинивает. Ну а теперь давайте перейдем к ожирению, в его распознавании и измерении. Что это такое? Вот то ожирение, которое вы видите на этом слайде, оно кажется всем очевидным, и подозреваю, что для большинства из вас выглядит даже отвратительным. Вот это люди, у которых масса тела больше 400-500 килограмм. Такие люди встречаются крайне редко. 1 на 100 тысяч, 1 на 200 тысяч, то есть это крайне редкое явление. Вот таких вот, которые по 200 килограмм, это дело, в общем, вполне обычное. Но эти люди могут передвигаться, хотя, конечно, и с трудом, и они не страдают так, как вот эти. Собственно, вот такие люди могут существовать. Я думаю, что в Москве ни одного такого нет, только в том случае, если существует хорошая система социальной поддержки, социального ухода, потому что за ними нужен постоянный уход. И вот, конечно же, не это составляет проблему ожирения. А что же тогда такое ожирение? И вот здесь мы должны на вопрос, что люди называют ожирением, что им нравится, что им не нравится, посмотреть немножко глубже в историю. Вот здесь есть неолитические Венеры. Обратите внимание, это женские фигурки. Каменный век, так называемый. И они все, с точки зрения представления об ожирении, они все ожиревшие. Это только два примера, в действительности их существует довольно много. По-видимому, они не были портретными, по-видимому, они были какими-то пожелательными, в общих словах, скажем. Может быть, что-то проторелигиозное. Может быть, единственно возможными для изготовления просто? Нет, вряд ли. Это технологически, я представляю, что это делается довольно легко и по-другому. Но даже с теми же инструментами. По-видимому, это было очень важно в то время. Мы дальше об этом еще скажем, но скажем уже сейчас, что люди древности, по-видимому, представляли, что пока толстый сохнет, тощий сдохнет. И поэтому вот подобного рода красота, подобного рода преимущества, они находили очень сильный отклик в человеческой культуре вплоть до 19 века. Пожалуй, конец 19-го, начало 20 века – тот рубеж, когда вот этот идеал человеческого тела, в особенности женского тела, конечно, он отходит на второй план, и появляются специфические страдания, которые, кстати, исчезли после начала 20 века, типа девичьего хлороза, которые были связаны частично с представлениями об идеальном теле. Надо сказать, что сегодня, хотя я сказал, в 19-м закончилось, но сегодня тоже существует разное отношение к ожирению. Вот эти два художника, один московский, а другой китайский, обратите внимание, они относятся к своим моделям, может быть, критично, но скорее с симпатичным юмором. А посмотрите, какая замечательная на следующем слайде фотография.
полного женского тела. Это фото. А вот смотрите, тот же художник со своей моделью. Сказать, что это нам хочется назвать болезнью, наверное, язык не повернется. Это интересно. Чем лучше вот эти две модели человеческого тела, какие у них преимущества? Но ведь это реалии. Я специально вот... Это, по-видимому, вот это вы хорошо знаете. Это было направлением движения развития модельного бизнеса, которому только последние там, 15 лет назад, в конце 90-х годов, только поставили предел. Таких моделей стали даже исключать с подиумов. Да? А вот эта же субкультура, она до сих пор существует и процветает. Отсюда вопрос. Если мы говорим о науке, если мы говорим о медицине, а мне ближе говорить о медицине, можем ли мы отойти вот от этих представлений о том, нравится, не нравится, хорошо, нехорошо, красиво, некрасиво, и найти какую-нибудь науку, какие-нибудь критерии? И оказывается, найти критерии довольно сложно. Но человечество, по крайней мере то, которое считает себя ученым, оно пытается найти приемлемые для всех хорошие критерии. И вот большинство людей не спорят, что, наверное, для человека хорошо, чтобы так, чтобы он долго жил. Что вот если говорить про какие-то там условия питания, жизни, так вот если человек долго живет, значит хорошо. Если быстро рано умирает, плохо. И вот эта простая идея, она была положена в основу первого такого серьезного исследования. Это, если не ошибаюсь, 1928 год исследований Metropolitan Life Insurance Company в Соединенных Штатах. Это более поздняя публикация. Обратите внимание, здесь для узкогрудых, среднегрудых и с широкой грудной клеткой приведены диапазоны нормальной массы тела при разном росте. То есть рассчитали, какая масса тела соответствует наилучшей выживаемости. Для чего? Для того, чтобы с этих людей брать меньшие страховые взносы. Те, у кого масса тела меньше и у кого масса тела больше, с них надо брать повышенные страховые взносы, потому что у них больше вероятность умереть. Это было первое такого рода исследование. Его очень сильно критикуют через 100 лет, но тогда это было совершенно уникальное достижение. И на основе этого двинулась вперед наука о том, каким же должен быть правильный человек, в смысле вот, формы его тела и массы. И вот это портрет Петра Башкирова, советского исследователя, который у нас развил, да, собственно, можно сказать, создал теорию физического развития. Слово «физическое развитие» до сих пор летает в русском языке, но смысл этого слова в значительной степени утрачен. Кажется, развитие – это же хорошо, человек должен быть физически развитый. Но что такое физически развитый? Вот те, кому больше 40 лет, они помнят, может быть, что в пионерских лагерях детей принимали по весу и отдавали родителям по весу. И дети должны были в пионерском лагере вес набрать. Прибавить обязательно. Воспитывать, да, советскому искусству. Да. Вот. Те, кто помоложе, может быть, помнят замечательный фильм «Добро пожаловать или посторонний вход воспрещен». Мне так получилось, что мальчишки, которые там прыгали в крапиву, мы с ними кувыркались некоторое время вместе. Познакомил меня с ними хороший человек, Дима Удалов, царствие ему небесное. Вот. И в пионерском, в этом фильме как раз показано вот это взвешивание, все эти процедуры, которые сегодня кажутся абсолютным нонсенсом. Так вот, что интересно, Башкиров придумал, что физическое развитие – это увеличение массы тела при обычном росте. Сегодня кажется, но это же всего-навсего пополнение, так скажем, увеличение массы. Но ничего подобного. Оказалось, что это не лежит на поверхности. Вот очень популярный до сих пор учебник санитарной статистики, написанный Меркуровым и Поляковым. Поляков был главным специалистом по биостатистике в Министерстве обороны Советского Союза. И
в документах Министерства обороны было записано, что увеличение массы тела у солдата является увеличением его физического развития. Это было то, что вот меня в 1972 году побудило впервые обратиться к этой теме, и вот с той поры я живу... Но вот это словосочетание «физическое развитие» использовалось в положительной коннотации? Нет. Я не понимал, что такое физическое развитие. Я прочитал вот эти труды и обнаружил, что это глупость. Что вот эта глупость, что люди выдают за развитие всего-навсего увеличение массы тела. Причем тут и это было вплоть до середины 70-х годов в Советском Союзе. По большому счету это продолжалось до середины 80-х годов. До середины 80-х годов. Да, да. Но идея эта на сегодня уже потеряна, и остались только слова «физическое развитие». А идея утрачена. А идея утрачена. Таких слов очень много живет в нашей жизни, которые утратили свой старый смысл. Такое бывает. Итак, идем дальше. После Второй мировой войны, как я уже сказал, хроническим болезням стали уделять больше внимания и стали пытаться не просто взвешивать людей, а выяснять, сколько у них жира. Ну, всем же понятно, что жир никому не нужен. Инертная масса, понимаешь, да? Как его посчитать? Вот придумали разные техники. Первое, значит, это просто измерениями объемов. Второе, самая изощренная технология – это подводное взвешивание. Взвешивали человека на весах в воздухе, потом в воде. Если помните анекдот про Архимеда, как он определял количество золота, да? Вот точно так же высчитывали плотность тела и отсюда количество жира в теле. Использовали вот такие вот изощренные методы с полной рентгенографией человеческого тела. Таким образом, тоже можно посчитать, сколько здесь, сколько жира. Но это страшно делать, потому что доза радиации получается очень большая. При этом только в экспериментальных условиях. Ну и, наконец, измеряя толщину кожной складки, тоже пытались выяснить, сколько жира. Пришла новая технология, стали с помощью компьютерной томографии выяснять, сколько тут жира, и вот таким образом выясняли с очень большой точностью, сколько там жира. Но померить-то жир можно, а помните, как сказать, а сколько надо-то, а сколько хорошо? Мы с вами пробежались по эстетическим критериям, но меняются они, ну и что из этого? Хорошо, Василий Викторович, вот если мы как раз сейчас можем некоторую логическую запятую поставить в нашем разговоре, я бы хотел подключить к нашему с вами приятному разговору человека, который представляется скептиком и человеком, у которого могут возникать к вам, может быть, даже какие-то на грани неприятного вопросы. Если позволите, тогда мы сейчас как раз... И, наконец, то, что было, это приблизительный метод, разработанный относительно недавно, лет 20 всего, теперь он доступен во всех спортзалах, это способ измерения количества жира с помощью измерения импеданса человеческого тела. Человек хватается за две железяки, и между ними пропускается ток через тело человека, и выясняется, сколько там жира. Оценка приблизительная, но опять, это оценка, сколько жира. А у нас остается вопрос, а сколько надо? Сколько надо жира? Я прошу вас, давайте мы услышим первый вопрос от скептика и продолжим. Скептик будет очень короток, но, наверное, немножечко вперед забегает. Скептик спрашивает вот что. Понятно, что ожирение – это плохо. То есть мы живем с тем, что ожирение – это плохо. Возможно, нам профессор расскажет, что это не так. Это, если это эпидемия, если это болезнь, и эпидемия индивидуальная, или же это болезнь и эпидемия индивидуально-социальная? То есть мой вопрос. Социальный фактор в ожирении, какую роль играет, согласно данным современной науки? Спасибо. Когда вы сказали, что ожирение – это плохо, вы неограниченно приблизились к Паниковскому, который говорил: «Шура, а какие же они еще могут быть?» То есть убеждение в том, что нечто плохо, не является доказательством. Мы продолжаем пилить и знаем, что они золотые. Продолжаем пилить. Ну, постепенно, если мы достаточно видим, что опилки не золотые, когда-то мы там, но упорство в том, что оно не всегда отражает серьезные основания. Это интересная штука. В действительности мы не можем ничего сказать о болезни человека отдельного. В действительности у человека болезнь существует только постольку, поскольку она отличает его от других. Грубо говоря, если бы у всех было одно ухо, никому не пришло в голову говорить, что одно ухо – это
что это плохо, что это последствия травмы или еще что-то, да? Все бы ходили с одним ухом и считали, что так и должно быть. И думаю, что и фотографировали бы правой и левой стороной одинаково. Не было бы никакого стеснения в этой связи. В этой связи, я правильно понимаю, что мы переходим вплотную к тому, что дарит ожирение всем, а не каждому индивидуально? Нет, мы подходим к правде. К тому, еще как, более интригующе. Да, что же такое хорошо и что такое плохо. Дальше, пожалуйста. И вот в 19 веке, во Франции в 19 веке науки процветали, как известно, и вот бельгиец французского происхождения Кетле интересовался демографическими вопросами и в том числе описанием человеческого тела и придумал разные индексы. И вот что интересно, один из его индексов, который называется Кетле-2, вот этот вот масса тела, деленная на рост тела в квадрате, этот индекс сегодня стал основой для измерения человеческого, как скажем, массы тела с поправкой на рост. Все остальные способы оказались отодвинутыми на периферию, потому что они, вот эти способы измерения жира и так далее, оказывается, они не дают ничего лучше. Это удивительно, наука сделала такую вот петлю за 100 лет. И оказалось, что, в общем, не надо ничего мудрить особенно, нужно использовать вот такой простой индекс для описания массы тела. Да, но это же только описание, а я же вам обещал дать вопрос о том, что такое хорошо. Сколько же это хорошо, вот эта вот масса, деленная на... И вот здесь мы с вами должны ответить на вопрос, где находится, то есть нам кажется, что вот это вот многовато, а вот это вот маловато, а какая должна быть середина, которая хорошо, какие у нас есть научные критерии. И вот тот принцип, что хорошо это то, при чем человек живет очень долго, этот принцип был положен в основу исследований конца 20 века, и ключевая работа была сделана в 1998 году, буквально вчера. То есть она настолько ключевая, вы будете смеяться, что до этой работы критерии детского ожирения вообще не существовало в мире. Ты, кажется, как это так? Это же глобальная проблема, она всегда была. Ничего подобного. До 98 года вообще не было критерия детского ожирения. И как вот придумали ожирение здесь? Обратите внимание, что произошло. До этого у взрослых считалось, что ожирение это больше, чем 27 килограмм на метр квадратный. Индекс массы тела, так называемый, Кетле-2. Вот. А установили 25. К чему это приводит? Это приводит к тому, что количество ожиревших людей резко увеличивается. Потому что 25 килограмм на метр квадратный – это примерно, не будем сейчас вдаваться в точности, это примерно для 170-сантиметрового человека это будет примерно 80 килограмм. Вот это. А 170. Ну да, для такого 80 килограмм. Да. Вот у вас где-то будет индекс. Не, я в панике считаю в уме сейчас про себя все. Ну вот, значит, у вас будет где-нибудь, наверное, 19, у меня будет 23-24. Вот. До этого был 27 порог ожирения, стал 25. И вот этот только просто за счет того, что порог ожирения снизили, в 98 году во всем мире количество ожиревших людей резко увеличилось. Вот, пожалуйста, интересные события из области влияния науки на восприятие общества. В практическом смысле к чему это привело? К тому, что люди посчитали... К тому, что проблема стала большой. И это позволило каким-то менеджерам получить побольше денег? К этому мы придем в конце. О корысти, я обещаю вам сказку в конце. И вот смотрите, 2004 год, проблема полностью осознана уже, что... То есть только 2004 год? Да, не... 98-й это 2004. В 98-м году признается, что то исследование 98-го года преувеличило ожирение как причину смерти. Проводится целый ряд исследований, некоторые из них включают в себя анализ аж почти миллиона человек из 57 исследований. И в этих исследованиях, обратите внимание, то, что я вам говорил на словах, а теперь вы это видите хорошо на картинке. Вот это вот индекс массы тела, а это
величина смертности. И мы видим, что существует вот это вот для женщин, а это для мужчин. Наоборот, вот это женщина, а это мужчина. И мы видим, что существует минимум смертности около 25. Не около 20, не около 18, а это хорошая масса тела, 25. И, конечно же, от 20 до 30, в общем, беспокоиться не о чем. Люди начинают быстрее умирать при массе тела, которая больше 30. Согласны со мной? Это очевидно совершенно. Я согласен, но вот смотрите, я вспоминаю графики, которые там были в начале, я сейчас тоже скептиком чуть-чуть поработаю. Но у нас же к 21 веку там все пошло вниз, там сердце, да, и да, все остальное. Но если все идет вниз и без вот этого, то вот это оно как бы к чему? Вы пропустили вопрос скептик. Помню, это общая проблема или индивидуальная? Там была общенациональная статистика, что смертность снижается в стране. От всего. На 100 тысяч, да. Но смертность снижается от всего, от сердца, да, 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 от легких. Да. А здесь речь идет тоже об общей смертности, но в зависимости от величины признака. То есть как бы для отдельного человека, вот для человека, у которого, для женщины, у которой будет 43 индекс массы тела, у нее получается вероятность смерти в два раза выше, чем у той, которая 25. Вот здесь мы это видим. И вот эта область оказывается вполне невинной. Подчеркиваю, 25 было обозначено как порог избыточной массы тела, а 30 как порог ожирения. А по этим данным мы видим, что от 20 до 30 это хорошая масса тела, это минимум смертности, это то, к чему мы все хотим стремиться, чтобы прожить как можно дольше. Подождите. То есть, как бы мы сейчас прямую сформулировали, что ожирение – это как бы хорошо на своих, скажем так, минимальных пороговых значениях. Нет. Я этого не говорил. Я говорил только, что не существует никакой массы тела, за которой гоп, начинается ожирение. Существует очень плавная связь смертности с массой тела. И хорошо иметь, если мы хотим долго жить, хорошо иметь вот такую вот массу тела, не меньше и не больше. Вот это хорошая масса тела. Если хотите, можно вот эту большую массу тела, допустим, после 30, называть ожирением. Ну хорошо, назвали ожирением. Вот вывод. Вывод будет дальше. А вот посмотрите, то были данные, полученные в западных странах, а теперь мы с вами приходим в Азию. Посмотрите, это данные России, вернее, начатые еще в Советском Союзе, 2002 год. Черная линия – это общая смертность. К сожалению, в этой статье данные были представлены в отношении к массе тела вот до 23. Обратите внимание, наши исследователи не нашли в российских городах, тогда в советских городах, людей с массой тела меньше 20, их было очень мало. Поэтому они объединили всех. И смотрите, оказалось, что в этой группе самая большая смертность. А потом она снижается и почти не увеличивается у наших толстяков. Я употребляю слово «толстяки» для краткости, не рассматривайте его как offensive. Обратите внимание, что в России плохо быть тощим. У нас люди от 25 до 30 дольше всего живут. И даже при 40... И то у них, ну я бы этому не доверял, здесь мало людей в этой области, но видите, как это выглядит. И в этом отношении, оказывается, Россия не оригинальна. Если посмотреть на данные, которые были получены, а статистика в Индии и Китае плохая, но в 21 веке они были получены, вот посмотрите китайские данные, то же самое. Только китайцев много, у них статистика получается лучше, чем у нас. Обратите внимание, у них тоже наилучшая выживаемость получается у людей с массой тела 24-26. У американцев оказалось не 18-20 хорошо, а 23-25-27, а у нас с китайцами еще больше. Обратите внимание, поскольку китайцы тощие, чаще голодные, то у них очень много точек вот здесь слева. И обратите внимание, насколько у тощих китайцев увеличивается смертность. То есть китайцам тоже лучше быть толстыми, чем тонкими. Собственно, они, наверное, это знают, просто у них еды мало. Простите, пожалуйста, я, если сейчас влезу с глупым вопросом, я заранее прошу прощения, но, может быть, это просто разговор об отмене причины и следствия? И, может быть,
тощие китайцы умирают не от того, что они тощие, а умирающие китайцы чаще тощие, чем толстые. Вам пришла в голову совершенно правильная идея. Во всех этих исследованиях поступают именно так. Предполагается, что малая масса тела у тощих китайцев или тощих американцев есть не следствие их особенностей, а следствие уже существующей болезни. К сожалению, сделать с этим ничего невозможно. Применяется, например, такой трюк. Тех, кто умирает в течение ближайшего года, исключают из анализа, предполагая, что эти вот ближайшие смерти могут быть следствием уже существующей болезни. Но окончательно ответить на этот вопрос мы не можем. Ну, как на многие другие вопросы. То есть мы до сих пор не знаем, где здесь причина, а где следствие. Да. Да. Ну, один умный человек, англичанин, Поппер его фамилия, он сказал, что вообще идея причины существует только потому, что она безвредная. В действительности в мире существуют связи, и мы эти связи можем изучать. А что касается причины, это мы всегда придумываем. Но вы меня отвлекаете от основной линии. Простите. А я хочу обратить ваше внимание еще на одну особенность, которая чрезвычайно важна для понимания того, какой же должна быть настоящая хорошая для нас с вами масса тела. Вот это обобщение по очень большим данным, полученным в западной популяции, так сказать, белых людей, и обратить внимание, что в разных возрастах кривая вот этой зависимости смертности от массы тела выглядит по-разному. Вот нижняя – это молодые люди. И у них получается, что даже если они толстяки, то у них смертность возрастает не сильно, а низкая масса тела не влияет. И оптимум находится где-то вот здесь, действительно, 18, как у вас. А вот как только, а когда люди взрослеют и доживают до 60-70 лет, то оказывается, у них и кривая зависимости выглядит по-другому, и ее минимальное значение перемещается в сторону большей массы тела. То есть, оказывается, взрослому мужчине, в общем-то, не факт, что ему нужно иметь массу тела, соответствующую индексу 18. Фитнес в 40 зло. Ну как бы делаю я такой? Попсовый был. Ну хорошо, попсовикам все просто прощается. Обратите внимание, что у взрослых людей у них начинается резкое повышение смертности при меньшей массе тела. Вот самое главное для нас вот это, что оказывается, что пожилым людям лучше иметь несколько большую по сравнению с молодыми массу тела, они так лучше выживают. Это оказывается чрезвычайно важно для нашего дальнейшего. Не забудьте про вас про этот слайд, я вам покажу еще некоторые другие. А вот вопрос о причинности. Вы торопливый человек, все обгоняете. Вопрос о причинах. Вот смотрите, в одном большом исследовании что сделали? Сначала по этим данным нарисовали вот эту вот кривую, красные точки. А потом сделали поправку для каждого человека на то, какой у него возраст, пол, курит ли он, какое артериальное давление, есть ли у него диабет и какой у него холестерин. То есть вот эти вот факторы, которые стоят за ожирением, их приняли во внимание. И смотрите, что получилось с белыми точками. Оказалось, что вот этого роста, его нет аж до 30. Оказывается, что когда мы вот это наблюдаем в диапазоне от 25 до 35, это частично связано вот с этими приходящими факторами. То есть, возможно, если мы будем иметь в виду наше артериальное давление, курение, то, в общем, и не надо мучиться со снижением массы тела. Позже мы с вами поговорим, что оказывается, снизить артериальное давление сегодня расплюнуть. Ну, по крайней мере, в абсолютном большинстве случаев. А вот снизить массу тела, черта с два. Это страшно травматично, очень дорого. И, подчеркиваю, не факт, что хорошо для здоровья. Вот картинка, которая сегодня описывает, что происходит в мире, и мы здесь видим, что самая высокая частота ожирения – это Северная Америка, Северная Африка, Центральная Азия и Австралия с Новой Зеландией. Россия, как мы видим, она на втором месте. Ну, есть такой анекдот хороший, на втором месте она находится в этом уровне. А теперь посмотрите на следующий слайд. А это смертность от
от неинфекционных болезней. Пожалуйста, переключите, пожалуйста, слайд назад. 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 Вот этот, да. И еще раз туда. Еще раз назад. Еще раз туда. Теперь смотрите. Оказывается, что максимальная смертность от неинфекционных болезней располагается в Центральной Африке и на территории бывшего Советского Блока. Совсем не там, где наблюдается большая масса тела. Нет, ну только одно совпадение со Средней Азией, но понятно, что, в общем, довольно случайно в этой ситуации. Да. То есть смертность от неинфекционных заболеваний категорически не идентична последствиям ожирения. Может быть, не лучший момент, но давайте я тогда сейчас предоставлю возможность задать вопрос тому или той, кто называет себя вашим сторонником. Хотя, может быть, тут, конечно, момент был бы и удобный для вопроса скептика, который как бы сам собой уже у нас в воздухе появится. Да, прошу вас. Василий Викторович, скажите, пожалуйста, у меня вот вопрос наперед. Какие существуют современные методы борьбы с ожирением? И какие из них применяются в России? А можно я на ваш вопрос не буду? Можно я не буду на ваш вопрос прямо сейчас отвечать? Потому что я дальше, в конце у меня предполагается об этом коротко говорить. Да. Вам не кажется, что у нас существует некоторая дискриминация зала? Может быть, в зале тоже кто-то есть, кто хочет уже... В зале мы обязательно дадим возможность задать вопросы. Если хотите, мы можем, на самом деле, несколько вопросов из зала услышать сейчас. По заявке тогда главного героя нашего... То есть, если есть, поднимайте руку. Ну, давайте, на самом деле, да, друзья, если у нас по большому объему информации выслушаны уже есть какие-то вопросы, давайте мы не постесняемся их задать. Да, прошу вас, тогда давайте... В микрофон, если можно. Сейчас заработает, наверное. Заработает? Я отключила, да. Хотела спросить, что широко известен такой опыт, когда брали мышей. Две группы. Первую группу кормили хорошо, сколько они хотели. У них все время стоял корм. А вторую группу кормили так, как полагалось, то есть чуть-чуть не докармливали. И общеизвестно, что те мыши во второй группе, которые были худыми, и у которых индекс массы тела был чуть ниже нормального, они показывали более высокую продолжительность жизни. И менее были подвержены заболеваниям, диабету, сердечным сосудистым заболеваниям и прочее. Что вы скажете по этому поводу? Это я говорю к тому, что я услышала удивительные слова о том, что на самом деле после 50 лет лучше быть чуть полным, чем худым. Хотя мы знаем, что хорошо быть худым, невысоким, кореглазым. Вот такой фенотип, и мышью, вот такой фенотип, на самом деле, долго живет, и вот что вы скажете? Спасибо. Последнее, это эстетика, это невозможно комментировать, это не может быть правильно или неправильно. Что касается мышей, то в действительности, то, что вы сказали, это не совсем правильно. Действительно, на мышах показано, но не только на мышах, показано и на более крупных животных, что действительно, если их выращивать в ситуации очень сильного недокармливания, такого недокармливания, что уменьшается размер тела, то такие животные действительно дольше живут. Но я позволю себе обратить ваше внимание на то, что мыши не люди. У людей при существенном недокорме возникают серьезные интеллектуальные дефекты. Это очень хорошо известно. Людей надо в детстве хорошо кормить. В общем, все люди знают про своих детей, и они их хорошо кормят. Если нам легко не кормить достаточно мышей, то детей жалко. Вот я поэтому думаю, что нам все-таки нужно рассматривать вот такие вот аргументы. Если мы вернемся тогда к нашим картам, вот здесь, ну, как я уже говорил, повисает в воздухе вопрос, о чем мы говорим, если... А мы говорим о том, что, несмотря на то, что ожирение, избыточная масса тела являются реалией современной жизни, то первое, что я показал раньше, представление о распространенности этой проблемы сильно завышено с 98 года. Второе. Опасность этой проблемы, судя по всему, очень сильно завышена.
И третье, что видно из этих карт, глобальные, уже не индивидуальные, а глобальные проблемы здоровья, в том числе неинфекционных болезней, они не сильно коррелируют на земном шаре с ожирением. С ожирением, они объясняются другими причинами. Чем объясняется вот это на постсоветском пространстве, это вообще одна из самых больших загадок общественного здоровья 20-21 века. Никто этого не знает. Никто этого не то знает. То есть вообще никто не знает, почему в Советском Союзе люди умирают одни. Сплошные догадки. В особенности, с тем, что происходит, вот начиная с 90-х годов. Вот эти вот скачки, когда продолжительность жизни увеличивается, уменьшается. Неизвестно. Есть, например, такое объяснение, что русские пьют много водки, и вот показано, что действительно, когда у них высокая смертность, они в это время действительно пьют много водки. Ну, то есть я сам люблю водку, подозреваю, что среди вас тоже много людей, которые... Но я с трудом себе представляю, чтобы русские вдруг там с 98-го года начинали много трескать водки. Но нет такого. Это абсолютно не соответствует реалиям нашей жизни. Поэтому скорее это эпифеномен, как это принято говорить, что существуют какие-то другие проблемы, которые сопровождаются в том числе и тем, что люди больше пьют. Ну, вот я, например, предполагаю, что во время экономического кризиса 98 года люди стали больше пить. Я предполагаю, что сейчас, в период социального напряжения, люди тоже стали больше пить. Но цена, по крайней мере, изменилась. Да, но объяснять это водкой, так же, как объяснять ожирение, будет неправильно. Глобальная проблема ожирения, по-видимому, существует, но история с хроническими заболеваниями, с высокой смертностью от неинфекционных заболеваний не объясняется ожирением. Идем дальше. Василий Ильич, а еще один вопрос можно? Да. Вы такую оптимистическую картину нарисовали по общей смертности. Мы, конечно, забыли упомянуть, есть одна большая неприятность по неинфекционным заболеваниям. Называется хроническая обструктивная болезнь легких. Там как раз рост. И очень такой по пандемии, по сути дела, рост по всему миру, и в России в том числе. Простите, вы сказали метаболический синдром? Нет, хроническая обструктивная болезнь легких. Единственное заболевание с устойчивым ростом. Несмертностью. Это не единственное заболевание в действительности. Но, с устойчивым ростом. Но очень сильное. Кстати, это одно из чудес нашей страны. В нашей стране хроническая обструктивная болезнь легких никак не хочет занимать третье место в смертности, как в других развитых странах. Это вопрос, почему я иллюстрирую картинками из-за рубежа. Потому что наша статистика, она вот такая вот. Мы знаем, что у нас хроническая обструктивная болезнь легких умирает много людей, но статистика это не отражает. В качестве анекдота. В Казахстане президент Назарбаев 3 года назад обратил внимание на то, что очень высокая сердечно-сосудистая смертность, и с ней надо бороться. На следующий год сердечно-сосудистая смертность упала в 3 раза. При постоянной общей смертности. Ну, так президенту Назарбаеву доложили, он сказал, вы что же не делаете-то? Они стали срочно это дело исправлять. То есть получается, что зеркало само себя формирует. Хочется говорить о реалиях. И вот одна из таких реалий, которая тоже очень важна, и о которой пропагандисты здорового образа жизни не хотят говорить. Знаете, что такое ЗОЖ? Вестник ЗОЖ. Около метро продают газету «Вестник ЗОЖ». Это ужас. Я бы людей, которые вот к этому имеют отношение, ужас, ничего с ними сделать. Так вот, те, кто уверены, что ожирение – это плохо, они скрывают от народа, что в действительности при большинстве хронических болезней толстяки лучше выживают, в том числе при ишемической болезни сердца, при гипертонической болезни сердца, при большинстве распространенных болезней, чем те, у кого низкая масса тела. Это первый парадокс. Клинический как бы парадокс. Второй парадокс – это парадокс социальный. Вам все хотелось социальных факторов, вот пожалуйста. В странах переходного периода, где люди начинают лучше питаться, очень распространены семьи, в которых толстые родители и тощие недокормленные дети. В России таких семей 10%, а в Киргизии 12%. И это в действительности есть точно так же в Китае, в Вьетнаме, в Бразилии и даже в Соединенных Штатах. С чем это связано? А загадка. Загадка. То ли толстые родители хотят, чтобы дети не стали толстыми, то ли толстые родители сами все съедают, дети ничего не оставляют. То ли дети не хотят быть похожими на толстых родителей. То ли дети отдают родителям.
Может быть, но это факт, и это большая проблема здоровья, потому что, как я уже говорил, тучные дети совсем не обязательно здоровые дети. Вот обратите внимание насчет эпидемии ожирения. Все вот эти три джентльмена, они по критериям 98 года имеют большую избыточную массу, и один из них даже имеет ожирение. Кто из них имеет ожирение? Шварценеггер. Шварценеггер имеет ожирение. Это вопрос о том, что это за нормы. Что это за нормы. Даже иконы Голливуда и там, спорта, они, оказывается, по этим меркам не подходят. То есть эти мерки, они в лучшем случае ориентировочные. В лучшем случае ориентировочные. И поскольку они ориентировочные, ставить на людях галочки, что вот они ожиревшие, их каким-то образом дискредитировать, а я напомню себе, что речь о дискредитации толстяков идет постоянно, в том числе в нашей стране систематически раздаются голоса, что толстякам, которые не худеют, и курильщикам, которые не хотят бросить курить, надо перестать оказывать бесплатную медицинскую помощь и так далее и тому подобное. То есть это в действительности далеко идущая проблема. Она, эта проблема, усугубляется тем, что люди буквально не знают границ к тому, чтобы давить на толстяков. Вот эта история, она была очень широко распубликована. Девочка ножом пыталась себя жир срезать, потому что ее не пускали к сестричке на трамплине попрыгать. Это просто вот это такой отдельный факт, но в действительности такие ситуации встречаются. Люди буквально бывают доведены до отчаяния тем, как они дискриминируются. При этом очень важно, что нет никаких доказательств того, что снижение массы тела при ожирении увеличивает продолжительность жизни. То есть человек, худеющий и приходящий в норму после ожирения, не проживает свою жизнь. Да. То есть при высокой массе тела смертность повышена, но доказательств того, что похуданием это можно снизить, нет. Один раз растолстел и все? Может быть, она снижается. Я сказал, что доказательств полезности нет. То есть, почему их не себя вот наука не получила доказательств. Наука не получила доказательств. Вот вам жена сказала, что она вам перед выходом положила в карман 2000 рублей. Ага. А вы этого не знаете. Вы этого не знаете. Вы можете проверить. Но пока вы не проверили, вы этого не знаете. Вот так и наука. Она не установила. Но я же сразу сорвался и пошел проверять, выйдя из дома. Ну, да. Почему вы не проверяете тогда? А в том-то и дело, что все попытки обнаружить, что снижение массы тела приводит к увеличению продолжительности жизни, ни к чему не привели. Обнаруживается увеличение физической работоспособности, способность, грубо говоря, там, побежать за автобусом, улучшение сексуальной функции, удовлетворенность своим телом, масса всего такого. А вот того, о чем мы взяли, вот ключевой признак, а жить-то человек будет дольше, если он похудел, Вот этого не обнаружено. Причем, что интересно, не обнаружено даже при самом агрессивном лечении самого тяжелого ожирения. Там есть только косвенные указания. Мы с вами дойдем до этих эффективных способов. И что самое печальное, нет никаких доказательств, что есть хоть сколько-то эффективные способы профилактики ожирения. То есть вся вот эта лабуда с запретом детям пить кока-колу, есть шоколад и смотреть телевизор для того, чтобы у них не развилось ожирение, вот никаких доказательств того, что это эффективные меры, не существует. То есть, вероятно, это работает. Вероятно. Но доказательств того, что это полезно и это работает, не существует до сих пор. Подождите, давайте я. Человек, приговоренный к ожирению, ожиреет, ожиревший один раз и навсегда сокращает срок своей жизни. Это не совсем так. Потому что вы сразу перекладываете на индивидуальную судьбу, да? Это характерно для религиозных людей, вот судьбу, да? Вот. Но мы с вами говорим о том, что наша общественная жизнь должна быть построена на научных доказательствах. Помните, сначала про доказательную медицину говорили, да? И вот хотелось бы, чтобы наше общество инвестировало наши общие ограниченные средства в то, что работает, что приносит пользу. Окей, понимаем ли мы, что работает? Да. А вот доказательств того, что вот это все работает, нет.
Значит, надо воздержаться, нужно проводить хорошие исследования, получать доказательства и на основании доказательств действовать. Может быть, как раз Кока-Колу не надо ограничивать, а шоколад надо ограничивать. А значит, по телевизору, может быть, только Первый канал надо ограничивать. Ну, то есть... Да? Поехали дальше. Диета – это самый фантастический вопрос, потому что все знают, что для того, чтобы похудеть, надо меньше есть. Это всем известно, все это знают, это на всех заборах написано, и масса предприятий продают всякого разного рода диеты. И в принципе, это правда. Но принцип этот на голову не наденешь и вместо обеда не съешь. Почему? Потому что нормальные люди в нормальных условиях, в абсолютном большинстве, 99 из 100, не могут голодать. Что происходит у них? Происходит вот этот диетический цикл. Они недовольны своим телом, они худеют, а потом после этого опять отъедаются. И вот это вот происходит. Это называется weight cycling. Это самая обычная история. Я подозреваю, что в этом зале уже есть люди, которые неоднократно худели. Так же, как есть люди, которые неоднократно бросали курить. Сделать что-нибудь устойчивым образом практически невозможно. Большинство диет, которые существуют, они действительно работают, они действительно позволяют снизить массу тела. Но эффект после полугода-года оказывается ничтожным. Люди возвращаются к своей массе тела в большей или меньшей степени. В действительности только очень небольшая часть людей способна снизить массу тела и ее удерживать. Но это требует от них постоянной работы, постоянного усилия воли. Это очень серьезная штука. Там есть всякая физиология, которая помогает это дело удерживать. Можно сказать, что диетология вообще очень плохая наука в смысле точности. Но в смысле диет для снижения массы тела существует огромный объем исследований, которые говорят, что фактически не имеет значения, какой диеты придерживается человек, если он захотел похудеть. Важно, чтобы он ее придерживался. Все разрекламированные диеты оказываются в большей или меньшей степени эффективными. И что самое интересное, к сожалению, многократно я говорю, что данных науки недостаточно. Данных науки недостаточно. Вот в 90-е годы диетическая наука говорила, нужно есть больше витамина А, морковки, помидоров, чтобы витамин А получался. Тогда рака не будет. Провели клинические испытания в начале 21 века, оказалось, батюшки светы, рака больше. Диетические рекомендации отметаются. А в 80-е годы сформулировали, надо меньше есть холестерина. К концу 20 века оказывается, что это глупая рекомендация, потому что в действительности человеческий организм вырабатывает холестерина значительно больше, чем человек поедает. Сам организм вырабатывает. Но только в 2015 году Американская диетическая ассоциация, обратите, только в 2015 году, в январе, одобряет рекомендацию, да, одобряет рекомендацию, в которой сказано, не надо заботиться о холестерине. То есть 30 лет человечество пользовалось плохим диетическим советом, бесполезным диетическим советом. Но на этом, вам хотелось капитализма, пожалуйста, на этом деле были заработаны триллионы долларов производителям пищевых продуктов во всем мире. Но даже сегодня в России вы можете на бутылках с растительным маслом увидеть надпись «Не содержит холестерина». Хорошо, я тогда задам вопрос с крылатой фразой. Это глупость или предательство? Глупость. Это наша общая человеческая глупость. Мы все ограничены. Хорошо, тогда я напомню, вы обещали в ответ на вопрос своего сторонника какие-то действенные или эффективные модели снижения веса, похудения, они же. Человеческий организм устроен так, как и у всех животных. Как только животный организм начинает голодать, он выключает обмен и начинает выживать. Значит, всякий человек, который, грубо говоря, с сегодняшнего дня перестал есть, а только пьет воду, например, самое жестокое голодание, у него начинается консервация, и масса тела плохо снижается. И вот хороший способ похудания, он заключается в том, чтобы есть очень мало, чтобы поддерживать работу обмена в человеческом организме. Тогда он продолжает сжигать, и масса тела уменьшается. Но это самый мучительный способ.
Есть такая шутка насчет того, что из всех мучительных способов смерти самый мучительный – это продолжать жить. Так вот, в этом смысле, вот этот способ похудания, он самый эффективный, но он самый мучительный для человека. Потому что человек не получает достаточных калорий, а у него, и он постоянно голоден. Те, кто голодал хотя бы несколько дней, по-настоящему знают, насколько это мучительное чувство. Вот давайте мы с вами от диет, которые, как я уже сказал, значит, по поводу диет, как я уже сказал, что это очень интересная область, там много интересного, много позитива, но в целом можно оценить это направление, как способное помочь только отдельным людям при очень большом напряжении перейти к другим вещам, к лекарствам. Лекарства против ожирения придумывают постоянно, придумывают мало. И что интересно, я не знаю другой такой области, где бы все разрешенные лекарства в течение нескольких лет признавались вредными и изымались с рынка. То есть это только ожирение? Ну, я других областей не знаю. Там в среднем в медицине получается так, что за 20 лет каждое третье лекарство, которое разрешили, потом запрещают. А вот в области ожирения вообще все лекарства, которые допускались на рынок, они все через 5, 8, 10 лет изымаются, потому что они оказываются очень вредными. Вероятно, потому что ожирение – это такое глобальное событие, которое происходит с человеческим телом, что его нельзя лечить без больших побочных эффектов. А побочные эффекты – это в том числе, например, там, слепота, поражение печени там, и так далее. Это серьезные проблемы. И возникает вопрос, а стоит ли лечить ожирение, если ты от этого, значит, потеряешь зрение? Да? Вот пример того, как действует лекарство. Это новое лекарство, вполне себе эффективное по меркам всей истории. То есть вот примерно такими были и другие лекарства, которые разрешались для лечения ожирения. Обратите внимание. Вот здесь вы видите снижение массы тела от 100% до 94-93%. То есть снижение всего на 5-6%. Вот это то, что достигается лекарствами. Скажите, пожалуйста, для человека, у которого масса тела 120 кг, снижение на 5-6% что-нибудь значит? Практически ничего. Диета дает примерно тот же самый эффект. Обратите внимание, это плацебо-диета. Если человек очень старается, он тоже может достичь вот этих 10%. То есть получается, что когда толстякам говорят, что вы нездоровы, вы плохие, вы отвратительно выглядите, и вам надо лечиться, вам надо взять себя в руки, то подразумевается, что для этого есть средства. А средств фактически нет. Потому что нельзя полагать, что в каждом таком человеке мы видим героя, который способен совершить подвиг, и мы не можем ему предложить эффективных способов лечения. Но поскольку медикализация проблемы существует, врачи страшно любят что-нибудь полечить, то растет огромная индустрия. Вот посмотрите, как с 2004 года по 2015 год выросли продажи лекарств, в 50 раз, и продажи устройств. Сейчас увидите, о каких устройствах идет речь. Это все для лечения ожирения. Устройства нужны для того, чтобы лечить хирургическими методами. В начале 90-х годов хирургии практически не было для лечения ожирения. Сегодня это огромный цветущий бизнес во всех развитых странах. Что делают эти самые хирурги? Они делают довольно простые, я бы сказал, даже варварские вещи. 50 лет назад они просто вырезали тонкую кишку и соединяли желудок с прямой кишкой, грубо говоря. В результате человек ел, и у него все это дело выливалось. Ел, у него выливало. Оказалось, что это очень травматичная операция с огромными последствиями, страдала печень, люди долго не жили. Хотя худели очень эффективно. Эту практику вынуждены были прекратить. Придумали другие способы лечения. Ну, вот, например, самые неэффективные из таких способов лечения, но зато самые дешевые, самые простые. Человеку в желудок помещают баллон, наливают его водой, и он чувствует, что у него желудок полный, много съесть не может. Очень неэффективно,
примерно так же эффективно настолько же, насколько лекарство и диета. Почему? Потому что желудок имеет свойство приспосабливаться к этому делу, и человек приспосабливается. Ну, например, он начинает съедать то же самое, но только не за один прием, а постоянно ест. Вот. Второй, вот эти приемы, они заключаются в том, что желудок исключается. То есть пищевод соединяется с кишкой, а желудок остается или желудок убирают. И в результате пища проскакивает недопереваренной. Вот такой способ лечения, он приводит к очень значительному снижению массы тела. 20-30% массы тела снижения в течение первого года и удерживая в течение нескольких лет в меньшей степени, это вот такой довольно обычный результат. И что получается? В результате получается вот такой эстетический эффект. То есть, если кто-то думал, что мастиф превращается в борзую, то, в общем, этого не происходит. В действительности, все, что человек нажил, оно все у него висит, и дальше нужно делать косметические операции для того, чтобы привести это в порядок. Чего это вы так сморщились? Вы хотели эффективного способа лечения? Да. Вот вы его получили соответствующими результатами. Я, скорее всего, похож на побочный эффект. Ну и, наконец, последняя история, которая, мне кажется, является наиболее восхитительной в смысле науки и в смысле того, на что мы можем надеяться вот завтра и послезавтра. Был такой французский ученый Илья Мечников. Его в период борьбы с космополитизмом, когда была такая волна, когда говорили, там, что это не рентген, изображение Владимир Красное Солнышко, да, вот его записали тоже вот русские ученые. В действительности Илье Мечникову в России не нашлось места. Он был молодым, блестящим ученым, но ему не нашлось места в России, и он уехал во Францию, где и сделал труды, за которые получил Нобелевскую премию. Одно из его важнейших исследований было посвящено не собственному иммунитету, за что он получил Нобелевскую премию, а посвящено было долголетию. Мечников выдвинул идею, что человеческий организм сопротивляется инфекциям и выживает, потому что он внутри себя содержит микробов, которые позволяют ему быть устойчивым. И вот эти микробы нужно, чтобы они были правильные в кишечнике. Он разрабатывал эту идею с помощью доступных ему средств и молочнокислых бактерий, и благодаря ему мы имеем сегодня всю эту индустрию всяких данонов и актимелий. Да? Вся эта индустрия существует благодаря этому. Но все эти йогурты, они в действительности имеют крайне маленький эффект для здоровья. Ну, то есть его обнаружили, в конце концов, с большим трудом к концу 20 века. А вообще-то он настолько ничтожный, что надеяться на пользу не приходится. Но одновременно была еще другая волна исследований, которые начались уже после Второй мировой войны. Была такая отвратительная идея, слушайте, но зачем нам пытаться через рот какими-то молочнокислыми бактериями заселять кишечник, если мы можем просто взять у здорового человека содержимое кишечника и правильные микробы подселить больному человеку. И такие эксперименты производились, наиболее эффективные эксперименты были проведены лет 5, по-видимому, назад, когда при тяжелой инфекции, от которой люди умирают почти 100% в этих тяжелых вариантах, их лечили пересадкой кала. То есть брали у здорового донора кал, разбалтывали его в воде и через зонд вводили в кишечник. Ну, понятно, что есть-то им неудобно, да? Только русские едят. Роман Норма, помните? Да. Вот, так вообще-то обычно не едят. Вот поэтому через трубочку в кишку. И там получилось так, что из 18 больных 16 стали выздоравливать после первой пересадки. А двум пересадили от другого донора, и они тоже через несколько дней стали выздоравливать. Абсолютно почти обреченные люди. И вот подобного рода исследования, они очень сегодня двинулись, и сегодня индустрия. Уже есть компании, которые предлагают замороженные пробы для того, чтобы лечить уже теперь самые разные болезни. Параллельно развивается большая наука, а бизнес только подталкивает это дело и осваивает результаты науки. Но что интересно, в качестве побочного результата появилась такая штука. Одна тяжело больная женщина получила такую пересадку,
выздоровела и очень быстро стала полнеть. Оказалось, что у нее был кал от страдающего ожирением жирного толстяка. Были проведены эксперименты на животных, которые показали, что, по-видимому, действительно, есть нечто какое-то. Давайте еще последний слайд включим. Есть некоторый возбудитель, который меняет работу человеческого организма и настраивает его вот на такое суперусвоение этих питательных веществ. Подчеркиваю, что не все толстяки много жрут. Я специально употребляю грубые слова для того, чтобы подчеркнуть неправильность этого утверждения, которое осуждает их за поведение. Некоторые из них едят совсем немного, но они, тем не менее, все равно удерживают большую массу тела. И, может быть, влияние на обмен вот этих микробов оказывается вот таким значительным. Подчеркиваю, что здесь есть связь. Дело в том, что микроорганизмы, они могут влиять на поведение макроорганизма. Есть, например, такие паразиты, которые заставляют кузнечиков прыгать в воду, где они погибают. Почему? Потому что паразитам надо размножаться. Кузнечики не хотят прыгать в воду, но если у них живет паразит, то он изменяет их поведение. И таких примеров известно довольно много. И вот, может быть, эти микроорганизмы находятся и влияют на человека вот таким образом. Мне хочется надеяться, что в ближайшее время эти микроорганизмы будут определены, и у людей появится лучшее понимание того, что там происходит. А до того я предлагаю вам восхищаться наукой и ожидать от нее все новых. В нынешнем виде, да. Давайте, Василий Викторович, так как мы пробили ряд временных лимитов, давайте мы спросим, есть ли у нас вопросы из зала. Можно мнение скептика? Давайте сначала. Я как организатор, да, я сейчас нарушу, соответственно, нашу правильную гладкую представительность. Я вот Никита свидетель, я говорю, Никита, будьте осторожны, все сейчас заболтаются. Будьте осторожны, остановитесь, ведь невозможно, потому что настолько интересно и настолько содержательно, что из этого невозможно, из этого круга невозможно выйти. Таким образом, для чего я это говорю? Что вы сегодня не узнаете, а должны были узнать? Вы должны были узнать три факта о нашем лекторе, в частности о том, что он пишет картины, в том числе и пейзажи. Вы должны были узнать что-то о будущей медицине, которую Василий Викторович должен рассказать. Вы должны были даже стать свидетелями вручения Нобелевской премии Кокрановскому, я правильно ли делаю ударение, сотрудничеству международной некоммерческой организации. Василий Викторович про это должен был рассказывать. Вы даже должны были, по сути, рекомендация Василия Викторовича о том, что нужно читать и что читать не нужно. Блиц, резюме и, главное, вот наш замечательный художник Сергей Ёлкин сидит, вот наше изобразительное все, сидит и скучает, он должен рисовать образ идеального будущего. Всего этого не будет, благодаря нашему лектору, который так замечательно все рассказал, и мы сидели, открыв рты. Да, Никита, предоставляю вам слово. Да, коллеги, ну что же, если у нас есть вопросы после действительно содержательного разговора, галерка, может быть, нет? Вы джентльмены? Да, ну да, тогда прошу вас. Согласен по поводу тезиса о том, что профилактики ожирения нет. Ваши коллеги из Соединенных Штатов, из Консинской когортной исследования, Терри Янг и Хавьер Ньетто уже достаточно давно и долго, самое интересное, долго показывают, что СИПАП-терапия, Continuous Positive Pressure, у больных с избыточным весом, страдающих одновременно ночным апноэ, это весьма и весьма эффективно. И в конце прошлого года большое мультицентровое исследование, в основном, правда, в Канаде и в Соединенных Штатах проведенное, показавшее высокую эффективность вентиляционной поддержки у таких больных. Не думайте, я стану спорить. В узких группах больных особенности, отдельные параметры функционирования сказочно меняются. Но, подчеркиваю, я говорил в основном о здоровых толстяках, и говорил о профилактике в смысле, грубо говоря, о населении, о детях. Вот здесь полезность. О детях нет, конечно, а группа не узкая, около 20% взрослого населения.
Дорогие гости, если у нас еще вопросы к Василию Викторовичу. Ну что, давайте тогда поаплодируем. Сегодня в профсоюзе Василий Власов, эпидемиолог, профессор Высшей школы экономики. Василий Викторович, ну, спасибо огромное. Сделали всю работу и за меня, и за всех окружающих. Я надеюсь, леди и джентльмены, вы не остались разочарованными. Ну что же, еще раз вам аплодисменты за прекрасное выступление на сцене. Если есть желание задать какие-то вопросы уже после лекции, то подходите к нам сюда, к сцене. Огромное спасибо, кто был сегодня. Второе представление про Science Theater через некоторое время.